Одесса всегда славилась умением провести день юмора на широкую ногу. Этому празднику рады как одесситы, так и тысячи приезжих. Этот год не стал исключением. Забронировать гостиничный номер в центре на предстоящие выходные уже практически нереально, а желающих посетить наш город все еще хоть отбавляй. Городские власти уже пытаются решить эту проблему. Для нас, для руководства города, очень важно, чтобы юморина прошла на высоком уровне. На высоком уровне для того, чтобы и гости нашего города и одесситы встречали этот праздник с улыбками и с хорошим настроением. Огромное количество мероприятий пройдет по всему городу, и мы решили, скажем так, увеличить количество праздников. По словам чиновников, юморина должна быть везде. Поэтому в этом году, помимо традиционных шествий в центре города, активные празднования развернутся и в Парке Победы, где 1 и 2 апреля пройдет фестиваль хорошего настроения. Мы захотели, чтобы в этом году он имел какую-то интересную тему. И тема была выбрана – это профессии шутят. Вот. То есть, в общем-то, каждый из нас, он причисляет себя к какой-либо профессии. В каждой профессии есть свои шутки, очень интересные, специфические, где-то попро непонятные, а где-то понятные. Также организаторы продемонстрировали новый логотип фестиваля. Традиционный морячок превратился в желтый смайл, который будет менять головные уборы, относящиеся к разным профессиям. Помимо хорошего настроения и искрометных шуток, гостей праздника ждет еще один сюрприз. На этот раз не просто масштабный, а в прямом смысле рекордный. Мы решили также на этом фестивале «Праздник смеха» установить новый национальный рекорд Украины, позитивный национальный рекорд с посылом «Привет мир из Одессы». Это будет большой смайл площадью около 30 квадратных метров, выложенный из ладошек оранжевого цвета. Национальный рекорд будет фиксироваться в Парке Победы 1 апреля в 15 часов. Все, кто хочет максимально зарядиться позитивом, юмором и хорошим настроением, милости просим.